Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас распаковка немаленькой посылки. И давайте перейдем к своей манге. Ну и давайте перейдем к манге, которая здесь меньше всего. Это у нас Югио, первые 5 томов. Внешняя обложка. И внутренняя, в принципе, ничем не отличается, кроме как покрас. Старая рисовка. Характеристики. Так, 2005 год. И в конце вот такой вкладыш, то есть который вырвать нельзя. Он открывается. Здесь есть вот, надеюсь, видно шов, который рвется. И с помощью этого шва можно достать вот эту карточку. Она здесь внутри, ее можно даже нащупать. Да, я ее нащупал, вот она. Которую я пока не буду доставать. Хотя, из другого тома, наверное, достану какую-нибудь. Покажу вам. Второй том. Внутренняя обложка. Здесь у нас, кстати, карточки нет почему-то. Так, а дата выхода. 2005 год. Третий том. Красочные обложки. Внутренняя обложка. Кстати, здесь покрас тоже есть. Такой голубой, бирюзовый. И в конце есть опять-таки такой вкладыш с картой. Здесь у нас 7-звездочная карта. 2006 год. Четвертый том. Внутренняя обложка. Опять-таки вкладыш с картой. 2007 год. Пройдемся по рисовке немного. На самом деле аниме очень годно. Ценник 390 йен. Советую к ознакомлению. Так, и пятый том. Самый толстый. Возьму вот сравнение. Тут вошло у нас либо два тома, либо полтора. Не знаю почему. Внутренняя обложка. И в конце опять-таки такой вкладыш. Шестизвездочная карта, 2008 год. Так, содержание. Вот, 261 страница. Очень толстая книга, ее, кстати, очень приятно держать. Ну и перейдем дальше к баскетболу Куроку. Так, ну и вот мы дошли до Куроку. Пройдемся сразу просто по обложкам. Так, здесь 25 томов. Первый том, второй том. Третий том. Корешки здесь такие, так. Немного выцвели. Четвертый том. Пятый том. Шестой том. Седьмой том. Куроку Кагами Аида. Так. Надо немного подвинуть. Здесь у нас идет. Восьмой том. Какая красивая обложка. Девятый том. Десятый том. Одиннадцатый том. Двенадцатый том. Тринадцатый том. Так, ну и 14-й. Одна из моих любимейших обложек. Аомина. Цена также 400 йен. Так, дальше идет у нас 15-й том. Неплохая обложка. 16-й том. Так, а где 16-й? Секундочку. Потерял, вот он, 16 том, очень годная обложка, 17, 18 том, вот тоже годная обложка, Мурасакибара, 19 том, идем дальше, и тоже очень годная обложка, 20 тома, 21 том, 22, 23, так, 24, тоже годная обложка. И 25-го там не было, был только 26-й. Ну и вроде все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.